Вот это из «Властелина колец» у нас. Один из клана эльфов, получается. Так, что у нас здесь? Подиум, плащик. Вот такой вот щит. Блестящий такой, золотой. Так, тут мини такой элемент. Дальше. Как алебадра, получается. Ведьма она сюда одевается. А длинное такое орудие. Интересно, так тоже? О, так даже, наверное, более тупо будет держаться. Так, две руки. Хорошо, что уже сейчас тьфу-тьфу-тьфу, без брака приходят. Так, ну что у нас здесь? Вот такой вот человечек здесь какие-то такие вот. Не тряпочки, а как-то. Полоски, видимо, кожи или что-то такое. Вон спина видна у него, или это может такая защита. Что у нас здесь еще? Вот такой вот шлем. Интересный. И вот такая вот броня еще. Спереди прикольно сделана. Посмотрим сейчас. Руки все хорошо ставятся. Так, получается, надо плащ одеть, наверное. Плащ. Так, сверху броня. О. Села отлично. Так, так вот он злой, получается. Так, шлем. Слушай, интересно, такой шлем. Такое ощущение было, что здесь что-то отколот. В самом деле он просто так закруглен. Как будто открыта какая-то челюсть и рог. На носорогах. Похоже. Знаете, вот так вот. Шито здесь. Можно колчан каком сделать. И элемент щита. Поставим щит ему. Ну, давай. Ну что, опять с ногами какая-то херня у него. Кривой. Поставится, нет? Да, поставился. Вот.